огненный бог или Игнеукутис, что означает очень маленькая огненная шкурка. Эта рыба родом из водных путей и заводей и острова Черепа, вела придонный образ жизни, но могла охотиться на морских членистоногих их толще воды. Рыба-вампир или идолонихтис, что означает рыба, покрытая ржавчиной. Этот род рыб является уроженцем водных путей и острова Черепа, внешним видом напоминает топорик, а по поведению современных пираний. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала, ссылка будет в описании.